7 лет подряд я ездил на финалы 4. В этот раз не получилось. Ну, поэтому я здесь. Ну, мы уже полчаса здесь стоим, ожидаем. Все кричалки орем, репетировали. Это невероятно. Но я еще в пятницу сказал, что мы выиграем еще перед полуфиналом. Мы чемпионы! Конечно, да, приятно, что болельщики приехали встретить, поддержать, несмотря на то, что сегодня рабочий день, люди приехали, добрались по пробкам, и, конечно, очень приятно. И я надеюсь, что на закрытии сезона народу будет еще больше, и все захотят прийти, посмотреть, сфотографироваться с игроками и, конечно, с кубком.